Привет, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Skyrim Dragonborn. Мы находимся в пещере Щетина Спинов. Это, похоже, особый подвид какой-то местных боровов. Ну, надо сказать, что в предыдущей серии они у нас довольно сильно пострадали, потому что поначалу мы проходили все по стелсу, потом достали две шашки и полетели кишки по закоулочкам. Но было по-своему весело. Ух ты, а это интересно, что такое? Такого я еще не видел. Ну и будем надеяться, не увижу. Че это вообще? А, это апокриф. Это вот так выглядит, что ли? Обалдеть. Короче говоря, я о чем? Это у нас утро, что ли, наступает? Почему кровь кипеть начала? Мне нужно в деревню Скалов, которая находится у нас вот тут. Потому что мы убили всех талморских агентов, которые хотели завладеть, собственно, секретами ковки из сталгримовой брони. Убили их командира, забрали у них карту. То есть по полной напинали. И теперь нужно вернуть тайну ее обладателям. Допустим, вот этому кузнецу. Так, ну что, наездник. Да, и мне удалось раздобыть карту месторождения Сталгрима. I know you faced great danger to bring this map to me. There are no words to tell how glad my heart is. Thank you, brave one. I name you friend of the Skull, and I will trust you with the knowledge of forging Stalrim. If you bring Stalrim here to my forge, you can use my tools to make what you will from it. Until our next meeting, Skull friend. May your hunts always bring you game. Окей. Да мне не больно нужно было. На Сталгрим-то есть? По-моему, есть. Я ничего ковать из него особо не хочу, честно говоря. Меня устраивает мое обмундирование более чем полностью. Блин, сколько у меня мусора все-таки в инвентаре. Это обалдеть. Сталгрим у меня 12. Ну, тогда... как там это делается, надо вспомнить. Так, ну подожди, его же придется... Так, это у нас делается... Как оно там? Кузнечное дело на 100. Теперь у нас там, скорее всего, открылась сталгримовая броня. Даэдра, эбонит. Нет. То есть мы просто должны уметь уже, да? Хорошо. Я пока что чисто сталгримовый, честно говоря, не вижу. Но в целом вот это все прикольно выглядит, но не сказать, что прям дико круто. М-да. Я даже не хочу знать, что это такое. Хотя ради прикола можно будет притащить два хитина, жука, панцирника. Просто в коллекцию. I heard from Dior how you went in search of Baldur. That was very brave. And in fact, that's just the kind of courage I'm looking for. Да ты что? Да, угадаю. Тебе нужна моя помощь в чем-то опасном. Quite right. Quite right. This, however, is paying work. Allow me to explain. As a scholar of history, I've always found Solstheim to be most intriguing. I've made many forays into the ancient ruins that cover the island. I've come to know those ruins so well, I could draw you a map from memory. That's why I noticed the new passage the moment I laid eyes on it. Новый проход куда? An old tomb, I think. It must have been opened by an earthquake that accompanied one of the Red Mountain's eruptions. I'd love to have a closer look. Доша, спокойно. Those old ruins can be dangerous, and I'm no adventurer. I'll pay you to watch my back down there. I'll be heading back there soon. If you're interested, meet me at the ruins, and we'll see what we can find. Now I'm off to pack for the expedition. Круто. Утерянное наследие. Отправиться к гробнице Валака. Так, сообщение от Ралиса пока не пришло. Мне повстречался Тарстан, историк из деревни Скалов, который обнаружил недавно открывшийся вход в древнее захоронение. Он предложил мне работу телохранителя на время, пока он будет исследовать захоронение.
Он будет ждать меня на месте, если я заинтересуюсь. Конечно, заинтересуюсь. Почему бы нет? Идти довольно-таки близко. Ближе всего будет от медового зала переть. Там я, по-моему, где-то был даже. Прикольно эти риеклинги. У риеклингов практически нет собственной культуры, однако они собирают по всему Солстейму различные реликвии, добавляя в них странные компоненты. Здравствуй, мое племя. Прощай, мое племя. Доша, пойдем, не отвлекаться. Так, далеко нет. Сейчас быстро, я думаю. Минутки за три дойдем. Очередные гробницы, очередная тайна. Ух, интересно. Мы такое любим. Главное, чтобы квест был интересный, а не просто брожение по этому склепу, как бывает иногда в этой игре. Так, ну где-то тут пришли. Опять денек. Ого. Так, и как мне? А вот, посмотри, на самом деле трещина. Прикольно. Слушайте, это же дейдрическая дверь какая-то. Доша, не отставай. Так, хорошо, что-то мне уже интересно стало. Люблю такие места. Тут, наверное, у нас драугры будут. Есть такое ощущение. Хотя посмотрим. Так, ну, давай. Глянем. Я думаю, с луком поначалу стоит походить. Осмотреться. А потом, если уж мясо пойдет. В принципе, у нас сейчас ударная мощь очень даже. Поэтому давайте мы достанем свой... нет, он не тут почему-то. Так, оружие. Соловьиный лук. В избранное. Одеть. Что-то он совсем разряжен. Кстати, давайте его сразу зарядим. Просто потому, что с предыдущей серии было много мяса. А нас накидывались по 10 штук. Отмахиваться было довольно сложно, но мы справились. Так, а вот и ты. Remarkable, isn't it? This tomb has been hidden for, well, who knows how long? Many centuries, I would think. There are some sealed doors up ahead. Perhaps you can figure out how to get them open. Разберемся. Я думаю, придется помочь сейчас опять, наверное, какие-нибудь. I've had a look around, and the only interesting thing I've found is this inscription here and a switch below it. Блин, это круто, посмотрите. Now, I'm not sure if you can read the dragon language, but this seems to be a riddle of some sort. A sacrifice will bring you closer to that which you see. Жертва. I wonder what it means. Ладно, не боись. Mind your step. There seem to be some corpses strewn about on the floor here. Трупы. Это же драугры, нет? I wonder if this fire pit has anything to do with the riddle. You go ahead and see what you can figure out. I'll look around and see if I can find anything of use. Блин, это очень круто. Так, я думаю, может быть, мне протащить драугров сюда и таким образом принести жертву. Ключа у нас нет. I'm sure it's important for something. Ой, да ладно, не допекай только. Я так понимаю, что я нажму тут рукоять, и здесь откроется решетка. Хотя могу ошибаться. Так, поднатужились. Давай, давай сюда. Вот так вот пусть лежит. Доша, смотри, отойди от клетки. И знаете что? Я чувствую, что здесь у нас будет новое слово силы, среди прочего. К исковому приблизить жертва. Well,
Ого. Так, лево, право, вперед. Ну, давайте что ли по часовой тогда. Это было элементарно на самом деле. Прям какое-то такое, чуть ли не Uncharted ощущение. Что же нас тут ждет? Это круто. Ловушки, скорее всего, сейчас из стен вылетят, нет? Красивая все-таки игра, вот так вот в пещерах. Это все выглядит очень рельефно, очень так, прям потрогать чувствуется все можно. Очень красиво. Так, что же нас тут ждет? Ну, давайте посмотрим. Драугры. Ненавижу драугров. Он притворен. Что-то высоковато как-то пошло. Да. Притворен самый что ни на есть. Ты тут один? Пассажир приехал. Чувствую, их тут много. И со стрелами как-то не так. О, полезли. Тихо, тихо, тихо. Блин, что-то не целишься, целься. Доша, ты просто могёшь. Там как, живой, нет? Фу, опасно. Ну, это было ожидаемо. Мы уже такое количество подобных ситуаций прошли, что уже заранее видишь, что они сейчас начнут вставать, полезут, а мы их встретим. Ой, какой выстрел. Круто. Там еще товарищ. Так, сколько у нас стрел? 14. Маловато будет. Маловато. Вон еще один. Спокойно. Ну там вроде как. Блин, ну такой грохот, вы не знаю, как слоны просто за мной идете. Не можете потише, что ли? Бегемоты. Так, тут спокойно. А тут спокойно. Куда же ты нас приведет? Ух ты! Что это такое интересное? Это то, что я думаю. Еще одна головоломка. Круто. Давайте-ка мы сохранимся, потому что мало ли что тут будет. Япона мать. Это самая крутая гробница в игре. Вы посмотрите, сколько гробов тут, это же. Ну, конечно, ничего заслуживающего внимания. Ну, и что? Ну, что ж ты делаешь-то, Свинтус? Смотри, все поронял. Perhaps they're connected somehow.
They also have glowing stones of some kind at the top. And vaguely similar to drawings I've seen, objects called impact stones. Well, see what you can figure out. I'm going to inspect these pillars further to see if I can... Знаете, что я думаю? Я думаю, тут нужно мечом шарахнуть. Тут нужно стрелу влупить. А здесь нужно посохом. И причем, скорее всего, именно вот этим, который дали. Ну-ка. Хоть бы хны. Дармидон, ты тебе сейчас ногу оторвусь. Ты будешь стоять тут? Это же капец какой-то. Так. Так, туда. Короче говоря, давайте проще. Зачем нам стрелы тратить? Так. Тут уже подумаем. Короче, что-то я делаю не так. Но в итоге... я понял. Это было тупо, но это было и умно одновременно. Так, меч. Ударить придется вот эту штуку, я так понимаю. Хорошо. Отлично. Так, теперь... Луком Ауриэля. Хорошо. Даже там что-то уронило, по-моему. Ладно. Так, теперь. Посохом я особо не пользуюсь. А что, если просто этим ударить? Мы все собьем? Или нет? Что-то сомневаюсь, я, честно говоря. Ну и чё? Давайте просто попробуем шарахнуть. Блин, да что ж вы все роняете-то? Ну, я не знаю. Это как вот привести на раскопки стадо слонов и потом надеяться, что все пойдет по плану. Конечно, пойдет. Кто бы не сомневался. Так, где ты? Покажись, посох пламени. Я думаю, все-таки придется с тобой шарахнуть. Ну, как видите, я был прав. Хотелось сэкономить время, но... Но лучше уж так. Блин, ну вы просто посмотрите, это же офигеть, это... Это настолько круто, что... Это лучшая гробница в игре. Пока что. Слово силы. И я чувствую, что вон там, в этом гробу, кто-то очень серьезно находится. Поэтому давайте спрячемся. Там еще и на стенах полно гробиков, да? О, полезли ребята. Так, беги давай, беги. О, вы начальник. Круто, чё. Дос. Ну, давай, стервь. Сейчас мы с тобой поболтаем на эту тему. Да, росточком не вышел. Пардон, я выдохся. Мне нужен передых. Отдохни пока тоже. Фух. Тяжело нам с тобой, да? Прошло проще, чем я думал. Аметистовый коготь. Ух, ты посмотри, какая красота. Как переливается. Эбонитовый лук вроде как самый лучший, да? Ну, если его прокачать, конечно, по полу. Но как-то у меня все руки не доходили. Я не трогай, они мои. In fact,
If I'm reading this correctly, it says that Mirat was a traitor. No? There's probably an exit to one of these guys. Let's get moving. Подожди. Там что-то говорится про меня. Какое-то предсказание насчет стража, который убил Мирака. Хорошо. Кстати, нужно поставить вот эту штуку уже в конце-то концов. Так, где она здесь находится? Вот. Дар Мора, он, напомню, устанавливает полностью. Блин, я просмотрел, что за крик был, пока я думал об этом. Боевая ярость. Ваш Туум зачаровывает оружие ближайших спутников, позволяя им атаковать быстрее. Круто. Это у нас баф такой получается, да? Так, тут что-то неоткрытое тоже. Разоружение. Сталь подвластна этому крику, вы вырываете. Вот это прикольно. Только я никогда не пользовался, потому что он бесполезен, по сути, всегда практически. Ну ладно. Я, честно говоря, проглядел совершенно какой-то был Туум. Давайте еще раз посмотрим, а то мне как-то даже стыдно. Ну, вроде бы у нас осталось только вот это вот баф союзников, боевая ярость. Хотя, в принципе, почему нет? Давайте откроем. Ну-ка, Дош, иди сюда. Давай. Во, на тебя сработало. А на тебя что-то как-то не заметил. Блин, прикольная гробница. Так, ну хорошо. С одним крылом этого подземелья мы разобрались. И это было по-настоящему круто. Особенно мне понравился этот зал, в котором гробницы висели вертикально. Такого я еще не видел. Интересно, как туда помещали, конечно. Возможно, с помощью какой-то мега-магии. Но история об этом умалчивает. Давайте, что ли, пойдем в правую, а потом центральную уже откроется, наверное, да? Не думаю, что мы много успеем сделать в правой сегодня. Потому что время уже поджимает. Ну, как получится, так получится. Вообще, чувствую, мы тут на пару серий задержимся. Но пока что это одно из самых интересных вообще ощущений, которое мне подарило это дополнение. Подарило. Где-то вот здесь, скорее всего, будет выход. Так, ну что, ученый, яйцеголовый, ты идешь там? Без тебя скучно. То есть ты хочешь сказать, здесь где-то ловушки? Почему ничего не тревожить? Я за этим сюда и пришел. Ты думаешь, из научного интереса, что ли? Наивняк полный. Так, а что же у нас тут? Короче, как-то так. Круто. Блин. Вот так. Пустой камень душ, золото, орчи стрелы. Временами просто не понимаю игру. Вот зачем так заморачиваться с замком, если там лежит 8 золотых всего? Так, сохраняемся. И вот и второе испытание, похоже. Блин, а как тут красиво, да? Я не знаю, просто то ли они специально вот над этим заморачивались больше всего, то ли я просто из-за того, что давно в игру не играл. Напомню, эти серии записывают после приезда, но мне кажется, это все очень красиво. Графон прям приятный. Не ступая туда, где ты уже был,
Интересно. Well, I'm pretty sure about two things. One, the riddle is most likely referring to these flat square stones. Капитан. And two, I'm not going anywhere near them. Я тоже. Поехали домой, все. Шучу, конечно. Какой хитрый. Так. Хорошо. Так. 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 Это было дико сложно. Блин, там очередное слово силы, кстати говоря. И очередная куча гробов. Так, ребята, вы не на тех нападаете, я тут... Чё я там хотел? Хотя, в принципе... Да нет, давайте аспект дракона сделаем. Я думаю, будет весело. Чё? А, раз в день, бред, я и не вижу. Будем знать. Ой, ты знаешь, тогда ты у меня полетаешь, пожалуй. Оп, до свидания. Давай, Доша, добивай. Ну нет. Нет, так нет. Хорошо. Так, а что же у нас тут? Давай, читай. Ну, успели. И второе крыло тоже. Доблесть, боевая ярость. Так. Ну, это, кстати, довольно полезно, может быть, если все три открыть. Давайте-ка мы ее сразу врубим. Пусть пригодится. Так, ну и выходим в главный зал обратно. Это крыло, конечно, не такое интересное, как предыдущее, но в целом головоломочка, он даже какая-то была дико сложная, конечно, дичайшая просто, но в целом пойдет какое-то разнообразие. Вообще, вот пока что по ощущениям, то, что в сегодняшней серии происходит, это такой Индиана Джонс, или все-таки Uncharted, или Tomb Raider, который я так и не успел поиграть еще. Так, ого, высота какая. Однако. Спись на нас. Все, давайте на этом, наверное, завершим. В следующей серии уже пойдем к центральному проходу. Да что ж вы слонопотамы-то такие? Все сшибают на своем пути. В общем, посмотрим, что у нас там. Я чувствую, будет интересно. Есть у меня такое подозрение. Вообще все, как тут сделано, именно вот это вот... пафосность, грандиозность всего, вот эти вот гробницы как-то, блин, эти ловушки, все мне очень нравится. Надеюсь, вам понравилась эта серия настолько же, насколько мне. С вами был Артур, увидимся, всего хорошего. Пока-пока-пока.